Группа выпустила альбом на фиджет-спиннерах. В настоящее время все доступные спиннеры с пластинкой уже раскуплены. Канадский коллектив Arcade Fire представил лимитированную версию альбома Everything Now, доступную на фиджет-спиннерах с USB-разъемом, передает The Verge. Издание сообщает, что оригинальное издание оценили в $109. При этом каждый покупатель получил дополнительно буклет. Все спиннеры с новой пластинкой, презентованной 28 июля, в настоящее время уже раскуплены. Поклонники группы разобрали весь тираж за несколько дней. Ранее корреспондент Нет сообщал, что креативный блогер записал песню, используя спиннер. По материалам сайта Newsgro.com.